Ассаламу алейкум. Услышат меня и дадут ответ на вот этот вот мой небольшой монолог. А вот момент, опять вот, забивать надо, и забивают, 1-0. Классно очень раскатали. Передача прошла на Азиза Азизова. Азиз на дальнюю и на дальние штанги. Абсолютно команда в прошлом сезоне стала второй во второй лиге. Укрепилась, конечно же, вот под этот сезон. Ой, какой удар сейчас! В девятину прямо таки замены, да. Ну пока тем же составом играет Гакурина, я думаю, говорит о том, что и команда 5 звезд играет тем. Ой, ошибка, какая здесь, забивать надо, и выручает голкипер. Добивание 1-1. Добивание 1-1, но сами себе привели. Аса, красавцы, все бабаюртовцы, а вот сейчас Гаквари, можно бить, есть удар, это Магомед Гусейнов, тоже красавец. И вновь немного рисковая передача назад на голкипера. Запущен мяч очень-очень высоко. Классный прием, передачу нужно давать. Пошла передача, Хизри Магомедов обрат и забивает гол сам. Показал, что передачу обратно отдавал Хизри, но он вот так вот на опыте. Надеюсь, здесь все разглядел уже Руслан Кадич. Непроворонен. Аипов, идет по бровке Исмаил. Классно, с левой пытается пробить. Нет, это не удар, это передача феноменальная просто на дальнюю. Ну как он ее отдал, как он ее туда вывернул. И подставлена голова. Кого? Шестого номера, по-моему, это Абдулмуслим Ахтимиров. Да, так оно есть. Номер 6, команда Гаквари. 2-2 на 23-й минуте матча. Ну, не сдаются, не собираются отдавать не то что игру, даже тайм первый. Красно-белые, да. Ну и вот, собственно говоря, если говорить об исполнителе. На Азиза Азизова. Выше Азизов на Гаджибекова. Али пошел уже в атаку под конец тайма. Понимает Гаджибеков, что нужно забирать концовку. Если не забитым мячом завершать, то хотя бы вот так вот в атаках. И вот на такой положительной для своей команды ноте завершать тайм. Ой, как сыграно! И завершение от Азизова. Дарбишев, красавец. И все-таки забивают гол. Все-таки забивают гол. Но там последний мяч, по-моему, коснулся футболист команды Гаквари. Не знаю, на кого этот мяч. Данов. Но это слишком слабая передача. И вот он, перехват. Шалбуз Фарманов бежит в подкрепление. Азиз Азизов сам обыгрывает Фарманов. Удар! Но это должно было случиться, друзья мои. 4-2. Слишком уж большое преимущество имела команда 5 звезд. Вот в эти... Долго очень Азизов. Уже в который раз он почему-то затягивает с пробитием по воротам. А вот здесь момент. Один Гаджибеков остался. Три футболиста. Как говорил, удар, гол! Удар, гол! Этот гол пришел вот оттуда, вот, спереди. Замешкал Азиз Азизов, они мяч отобрали и очень быстро. Да. Но это же Гаджибеков. Он что, что он сделает? У нас тоже вратарь Ахматовский, что, забивает, пропускает. Все, хватит. 6-3. 6-3, друзья мои, еще один год. Кто-нибудь остановите Кадиевича, он никак не может уже замолчать. Весь матч разговаривает больше, чем я даже. Хотя ему за это деньги не платят.